Все это по схеме, все как ты сказал, я тебе говорил. Что, сомневается, да? Что-то сомневается. Смотри, специалист вот она, такой. Это поехали на место. Мы сейчас съездим, посмотрим. Вы поедете. Да. А добрый когда день. Вам люди потребуются? Вот я сейчас посмотрим, если они это запчасти. Это за людьми, да? Да. Ну, они могут тогда приехать. Сейчас я вернусь или отвезу, сейчас мы съездим все. Сначала. Какие посмотрим. Инструменты нужно, ломики там поднимать, что-то. Витя, что скажи, что надо? Вы посмотрите, как мы первый мостик сделали, второй. Если бы он так работал, мы бы... Это самое, Игнат Тихонович. Я трубы нашел бы ушные, вот ложить на эти все. Не да. надо, не надо все. Нет, нет. Мне драглайн достать. Драглайн, сейчас я приеду, с вами обо всем поговорим. Нашел рабочий все драглайн, в Барнауле стоит. Машинист Рубцовский готов ехать сюда работать. Так, насколько он забрасывает, надо узнать. А там у него проставка, ну, наверное, поскольку. С какой глубины может брать? Да с глубины-то он может брать метров 15-20 глубину может да. А вот забрасывать. Если с проставкой, ну сколько они там, пусть они по 4, метра по 4 проставки, да? Да нет, как-то. Если с тремя проставками, если со стрелой. Ну как, самый длинный, чтобы он стоит на берегу на этом на плотине, насколько он туда забросит? Откуда подтягивать будет ковш? Ну метров, наверное, 20 то точно. Точно. И насколько возможно, скажи, длиннее. Нам нужно как можно больше взять. Ну я скажу, чтобы они проставки и тогда это. У него, по-моему, две проставки стоит и две проставки. Да, скажи, там ничего нет. Только чтобы ты тянул. Тянул и повернул и за дамбу вылил. Сейчас я приеду, обо всем так, поговорим. Так, почем заранее скажи цена. Сейчас я приеду, обо всем с вами поговорю. Сейчас, подождите. Там договариваться, когда будете, позвоните мне. Мой телефон у вас есть? Есть, есть. Ну-ка покажите. Давайте, брякните на меня, я посмотрю. Сейчас найду. Давай. Сейчас найду. Сейчас мы проверим же. Мы вот с детеристом обменялись сегодня утром. Сейчас найду, у меня есть. Я знаю, что есть. На какую букву ищете? А у меня Алексей сбросил ваш телефон. И я его в память. Давайте, пишите заново. Ну давайте. 8. Секундочку. 961. 230 8 961 230 70 70 60. Сейчас брякните мне, я не буду хорошо, отвечать. И пометьте, просто именем поставьте Игнатий. Хорошо. Звоню. Давайте. Но вы будете знать искать на какую букву. Все, пошел. Я помещу у себя. Все. Я напишу Чернышев. Хорошо. Правильно будет? Правильно, правильно. Так, а я сейчас сразу вот забиваю. Поставьте имя. При вас. Отец Игнатий. Чтобы искать было. Отец Игнатий. А то я через Алексея связываюсь. Мне это... Давайте на приборе. Трата времени. Так, я заранее хочу сказать об ардезеристе у нас. Я очень доволен им. Он работник настоящий. Плохих не держим. И главное, каждый раз, где вы находите таких, и каждый раз все лучше да лучше. Он наш график сбил. В 6, чтобы завтрак был, в 6 утра. А вечером только до 9, сколько свету, говорит, хватит. Ну, правильно. Ну, как бы не сломалось, то мы бы сейчас сколько сделали-то? Правильно, ну, правильно это. Мы только молимся, Господи, дай Виктору здоровья, чтобы он не потерял нас. Ну, долго... Виктор, за вас молимся все. Нормально. Мы должны закончить дело просто... Закончим, закончим. Много еще? Ну, кого два дня, считай, прошло. А дальше дожди, да. Заправку сейчас 40 только ждали. Ну. Они говорят, мы вас искали, не знали, где сойти там. Ну, они тут тоже дожди еще. Но мы уже вышли. Вышли все здесь. И он уже, ну, как хотел я поднять, насколько, он его расширяет трассу, там работы еще ему хватит. Ну сейчас съездим, посмотрим. Хорошо, первый мостик не сделаем. Хорошо. Я сверху этого. Да, точно. А, у нас. Черный.